Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, это Голодные игры, круче Агарио. Хотелось бы сказать большое спасибо Марине Кот, она мне помогла с голосами, чтобы я потратил их на неудачные сундуки. Причем даже на три это точно хватит, даже еще останется. Ну что ж, давайте откроем все-таки этот сундук, средний армейский ящик. Что там? Сейчас посмотрим. Ну, конечно же, там пицца, наверное, будет. Нам надо будет успеть все-таки потратить до 1 сентября их. Кстати, зато тут много фишек, как их называют, забыл. Сейчас посмотрим. Так, место бабочки у нас. Ага, шевроны. Так, можно золотой шеврон приобрести. А сколько мне еще надо? Сколько мне не хватает? Не отображается тут. Ладно. Откроем большой армейский ящик. Вау, крутяк. Шевроны, 15 штук. Ну, когда же у нас уже будет шеврон? Когда мы его оденем? Нет шеврона. В игре с боссом шеврон дает супер бонус. Супер бонус какой-то дает. Так, ладушки, давайте уже поиграем с боссом, я думаю, сначала. Вот я прям вообще устал. Серия будет небольшая, наверное. И надо будет уже ложиться спать. Иначе я, как всегда, не высплюсь. Так, мне почему-то вот так удобнее, не знаю. Уже привычка. Надо немножко подкупить. Да, махом наши деньги кончаются. Алмазы и то больше сохраняются. Ну что ж, разок можно крутануть. Что нам выпадет? А, нет, нельзя, оказывается. Я утром, значит, крутил. А, вот шеврон. У меня 39 шевронов. Понятно. Вот и отлично. Так, мы приготовились бить по боссу. И, кстати, босс... Сидят, нет меня такого. Надеюсь, мне не будет есть. Микрофон опять включили. Иногда включают, иногда отключают. Тенденцию не могу понять. О, вот сам босс. Отлично. Крутяк. Вау, надо поближе к нему подойти. Вот же, блин. Ножички зря потратил. Теперь надо ждать, пока он опять откроется. Так. Либо же нужны... Ух ты, блин, чуть сюрикеном не попал. Так, нам, в принципе, вот эти минки бы хорошо пригодились. Открылся, открылся босс. Можно лупить. Надеюсь, у меня все-таки будет армейский ящик. Да что ж ты делаешь-то? Ты издеваешься? Я тебя не хотел есть. Вы сами все видели. Есть видео доказательств. О, отлично. Надеюсь, он откроется. Блин. Очень надеюсь, что он откроется. Потому что ножички у меня постоянно пропадают. Смотрите, как он сразу щит включил. Не прошло и секунды, как он сразу же щит взял. Так, крутяк. Я просто жду этого момента. Отлично, раз. Два. Нанесли хороший урон. Блин, со своими сюрикенами он. Босс вообще встал и замер. Спасибо, ребятки. Привет, привет. А, Даши Янковской. Привет, Даша Янковская. Надеюсь, правильно прочитал имя. Так, ну нельзя так говорить вообще. Так только очень плохие люди говорят. Даша Янковская. Да, хорошо. Даша Янковская, привет.
Йо-йо-йо. Сюрикен нам теперь не страшен. Да-да, передал. Блин, да ж меня сейчас сначала к себе притягивают, потом отталкивают. Да ты уж определись. Так, ладушки, у меня еще есть ракеты. Давайте экономить. А я такой маленький остался. Так, ну 9000 урона, я думаю, неплохо. Продолжим. Доползем до босса. Надеюсь, он будет открытый. Зак размножился. Сейчас поближе. Да-да-да, я всегда снимаю. Снимаю. Ну, мне сложно передать, ребят. Это я пока напишусь. Блин, пока я напишу. Просто это меня отвлекет, и я погибну. Поэтому не могу я переписываться. Отлично. Блин. 12 тысяч урона. Фу, сложно покомментировать, ребят. После работы прихожу и надо снимать хотя бы одну серию. Я обещал. Каспер. Каспер, йоу. Привет. Угу, Фаир. Фаир, привет. Фаир пишет, я рядом с боссом, но не могу написать, ребят. Я просто во все готов бить по боссу, но он закрыт пока что. Рядом кручусь тут. Смотрите, он сразу щит берет. Интересно, будут какие-нибудь другие боссы? Вот сейчас арбуз, может быть, какой-нибудь там. Не знаю, кабачок. Что-нибудь круглое должно быть, кто-нибудь. Из боссов должен быть круглый. Sweet. Лупим по боссу. А все уже закон. Причем он надолго так открылся. И просто хороший шанс. 4000. Босс остался совсем немножко. Почти что победили. Давайте дадим массу. Все, давай уже ешь. Все, отлично. Слаженно сработали. Большой армейский ящик у нас. Вот сюда даже еще один поместится. А, ну давайте, в принципе, у нас скоро рулетка будет. И мы наверстаем с вами золото. Вот это всегда капитанская фраска. Фрашка высветится. Просто устал. Вообще я могу скороговорки. Давайте я вам, кстати, скороговорки расскажу. Не знаю, получится у меня или нет. Но вообще скороговорки у меня нормально получается говорить. Вот, про... Если у меня сейчас даже не получится скороговорки, то завтра утром, допустим, завтра днем у меня очень хорошо получится. После работы язык, знаете, действительно... После работы ощущаешь себя очень сильно уставшим, и язык заплетается. Я не знаю, как у пьяного, что ли. Нет, нет, надеюсь, он меня не будет есть. Отлично. А, допустим, про Карла. Карл Клару украл кораллы, а Клару... Тьфу ты, блин. Карл Клару украл кораллы, а Клару Карл украл кораллы. Нет, если бы Карл Клару не крал кораллы, то Карл... Кал... Видите, не могу вот. Завтра я обязательно бы сказал. Или шла Саш Пашсе, сал сушку. Тоже не все умеют говорить. Некоторые... Есть альтернативный вариант. Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла хлебобулочные изделия. И даже это не получается. Фуф. Ушла Саш Пашсе, сал сушки. Это для меня нормально. Никто даже ходил шел... Head and shoulders даже некоторые сказать не могут. У нас на работе
А мужичок, он не мог сказать это слово, он говорил, он мне пытался заяснить, что это, как это вообще люди говорят, зачем придумали название такого Head and Shoulders. Вот. Еще есть корабль клавировал, лавировал, да не вылавировал. Это тоже умею говорить. Давайте в другой серии я вам порассказываю скороговорки. Я сейчас сильно устал и, может быть, не стоило записывать серию, не знаю. А, Каспер, Каспер, привет. Я думаю, мы еще часто поиграем, но сейчас, на данный момент я устал. Для угаров. Фуф, ну, босса надо все-таки добить. Давайте ему нанесем урон. Кстати. А, он там, футбол. Спасибо, спасибо. Ай-яй-яй! Я не хотел тебя есть. Я хотел к боссу подойти. Стасик. У босса уже фингал. А, кстати, я его без фингала не помню, честно говоря. У него постоянно фингал. Когда я его вижу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, мне надо жить, ребятки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Oh, no. Что такое? Да... Какого ж черта? Это слишком мало. Зачем он меня съел? Фанат. Ненавижу фаната. Просто я боюсь, что меня съедят. Давай, откройся уже. Мне не нужен такой сундучок. Я хочу круче. Вот, отлично. Ждем, лишь бы он открылся. Если откроется, будет ништяк. Будет круто. Ждем, ждем, ждем. Тусуемся здесь рядом. Строить больших нету. Это очень хорошо. Давай же, открывайся ты. Сейчас меня опять кто-нибудь съест, просто захочет массу. Отлично. Блин, я немножко его задел, конечно же. Трикотаж. О, дай я тебе подойду. Вот, ништяк. Хотя бы урон нормально нанес. Сейчас можно легко его будет добить. О, нет. Сейчас пытается съесть. Мои мины, разбейте всех. Что такое? А, это он приказывает минам, что ли, своим? Тут что-то глюк какой-то, трикотаж залип. 6500. Ох ты, скушал кого-то и стал больше. Да он сейчас наестся опять. Ну что же вы делаете, ребятки? Зачем вы его кормите? Мне бы крутые ножи было бы супер. Ладно, я думаю, сейчас он по-любому... А рано или поздно он откроется. Блин. Не люблю, когда зазря трачу. Good not dead. Не могу прочитать ник, но мне помогает он. Спасибо, респект. Что ты делаешь? Просто лучше я съем тебя, чем кто-то другой. Барсик. Барс, прошу прощения. Атакует. Немножко осталось. Ешь, кушай босса. Почему он не ест босса? Все, этот момент сейчас настанет. Не хочет он. Он кормит босса? Я не понял, что произошло сейчас. Барс. Сейчас меня барс еще съест. А, давайте, ребята, я потом с вами серию сниму. Продолжение. На этом закончим. Что-то меня вообще в сон клонит. И мне кажется, вообще стоит или нет выкладывать. Но я выложу все-таки. Видео неудачное, наверное. Не знаю. Комментируйте, пишите. Я потом в комментарии посмотрю. Очень-очень-очень-очень-очень сильно устал. Потом сниму, ребят, продолжение. Все, пока-пока.